Сачков Михаил Иванович. Родился 4 мая 1918 года в селе Богданово, ныне Жаксонский район Тамбовской области. К апрелю 1944 года капитан Михаил Сачков командовал эскадрильей 728-го истребительного авиаполка 1-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 152 боевых вылета, принял участие в 39 воздушных боях, сбив 19 вражеских самолетов. К 9 мая 1945 года выполнил 309 боевых вылетов, провел более 50 воздушных боев, сбил 29 самолетов врага. Все победы одержал лично. За образцовое выполнение боевых заданий и командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, капитан Михаил Сачков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1946 году в звании майора Сачков был уволен в запас, проживал и работал в Москве. Скончался 12 февраля 1973 года. Так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.